Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Чрезвычайная ситуация, все, наверное, помнят этот ивент. Поэтому, ребятушки, давайте приступим к его прохождению. На канале у меня уже есть первое мое прохождение его. Но мы еще разочек пройдем, хотя бы для того, чтобы получить жетончики и что-то себе прапать. Поэтому я думаю, что это будет достойная, ребят, сегодня игра. Надеюсь, вам понравится. Так что давайте потихонечку будем приступать. Так, задание нам не нужно. Нам нужно что? Нам нужно зайти... Подожди, не сюда, конечно же. Вот, безумие на рынке. И я слыхал, ты умеешь обращаться с теневой энергией. Мне пригодится твоя помощь. Произошла авария. На базаре рванул тенепровод. Мы, фельдшеры, ликвидируем последствия таких аварий. Знаешь, что самое жуткое в этой работе? Безумцы, сырая теневая энергия из трупа вызывает сильные галлюцинации. Нам ее откачивать надо, а тут еще эти психи. У меня в этот раз новый отряд, одни стажеры. Подстрахуй нас, ладно? За это я отсыплю тебе жетонов на новое снаряжение. Вот так вот, ребята, как-то начинается у нас миссия, поэтому будем приступать. У нас, как обычно, есть обычный режим, есть престижный. Будем начинать с обычного, ребята. Да. Тут еще можно заработать 150 гемов, поэтому я думаю, что лишними они уж точно не будут. Спасательная операция. Поехали! Фух. Размяли свои пальчики и погнали. И первый, кто нам встречается, это обезумевший носильщик. Ну что же, пора его немножечко, ребята, проучить. Так, тихо, тихо, не надо прыгать. Родной, не надо прыгать. Успокойся, пожалуйста. Я, наверное, ребяточки, маленечко здесь побалую. Вы, думаю, не будете против, да? Я его могу, конечно, как спам уничтожить моментально, но я хочу вот так вот полюбезничать с ним. Ты смотри, какой жуткий, жуткий хмыреныш. Юркий, однако, сюда. Ну да ладно. Сделаем нашу серию более-менее привлекательной. Да ядрен ты батон. Я так не договаривался. Получил в чайник, а? Лопух. Все, по-моему, пора, ребят, с ним завязывать. Да, отдыхает. Все, он устал и прилег отдохнуть. Но, тем не менее, ребят, второй раунд у нас на подходе, и мы приступаем к нему. Ух, поехали. Буду теневуху сейчас использовать. На-ка. Отлично. Ну что, теперь, я думаю, вертушку. Йоу, понеслась, родная. Так, вставай. Теперь валяйся. Ну что же, тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо. Не твои теневые удары, блин. Я хотел, ребята, идеально пройти, чтобы не было ни единого касания на моем теле от этого грязного работяги. Но, как видите, не получилось. Не получилось ничегошеньки, потому что он тронул меня все-таки. Закопал я его, просто закопал. Ну что же, первый враг побежден. Причем довольно хорошо. Мог бы, конечно, и лучше, но я решил подурачиться. Ну что же, поехали дальше. Кто у нас тут-то будет? Все позабыл, но сейчас вспомним. Ага, тут такая же только у нас торговка обезумевшая. Ладно, она у нас с нончаками. Очень-очень плохой вид оружия, ребята, в плане. Для меня плохой, потому что очень быстрый. Тихо. Не-не-не-не-не, не прокатит, я сказал. Ой, как сейчас замечательно было, прям по голове-то и в воздухе. Ай-яй-яй, ай. Все, роднуля, по-моему, пора. Никаких луков нафиг. Ты смотри, что делает, а. На, зер гуд. Слушайте, очень великолепно сейчас получилось. Практически, блин, нет, она все-таки меня задела. Идеальной победы не было, ладно, фиг с ним. Не в этом суть. Суть в том, чтобы вообще пройти. Так, хорош тут махать своими нунчаками. Вот так вот. Да-да-да, ребят, смотрите, она тоже активировала теневуху. Но... И это шустрее. На! Ха-ха, попалась. Ну и я думаю, что надо, ребята, добивать. Добивать ее. Ой-ой-ой, как чудненько-то получилось. Блин, не получилось, не получилось. Ребят, я хотел... Ах ты, соплячка ты такая. Ты на кого? Классно сейчас было, да, отбил я ее. Захотела она меня тут дубануть в прыжке, но... Я, как говорится, лежа даже могу отбиваться. Ладно, ребята, вы сами прекрасно понимаете, что вторая победа за нами. О, боги, я не могу вспомнить, что я здесь делаю. Кто ты, монстр? Живым я тебе не достанусь. Отряд, взять его. Да, ребятушки, фельдшера захватила теневая энергия, как вы помните. И теперь я буду с ним драться. В принципе, это и есть как бы босс. Босс этого ивента. Поехали. Фельдшер от зума. Так, тихо, не надо, не надо. Оу, черт, ты посмотри.
Слушайте, а он разве так жестко раньше бомбил? С удара пол хп снес. Да ты что, а? Родной Адзума, очнись. Ты мне нужен в здравии. Я не хочу тебя убивать, я не хочу тебя калечить, родной. Но, видимо, мне придется. Видимо, придется. Да, прости. Я буду по тебе скучать. Ох. Слушайте, это было опасно, если честно. На самом-то деле. Ладно, второй раунд. Сколько у нас? Ах, тут у нас три раунда. Да-да-да, вспомнил я. Так, у меня есть теневуха, ребята. Ну куда ты тут свои ножки-то тут распластал? Ой, как же я обожаю, ребята, когда у меня есть пробитие брони. Ох, как по спинке-то ему и по ножкам. Ой, моя глефа просто радуется, радуется. Опс. Иди сюда. Поближе, красавчик. Пора заняться тобой. Ну что, добиваем, наверное, да? Ай, чуть-чуть не хватило, ребята. Да чтоб тебе, сейчас что-нибудь... Нет, не чуданул, а мы его, опс, пронзили. Ну что же, 2-0, мы ведем. Давайте идеально так сделаем с вами третью победу и все. Там мы с вами что-то должны, по-моему, получить. Или уже получили, но почему-то нам пока не дали. Так, Адзума, очнись, очнись, родной. Ты мне нужен, я еще раз говорю, в полном здравии. Ты смотри, блок ставит. Не надо. Ребята, главное не раскрываться, понимаете? Опс, вот так вот, вот тебе и не раскрылся. Да чтоб тебя! Ну уж нет, только не в этот раз. Я же прекрасно знаю, что ты любитель с разбега херачи. Спамим, ребята, Фу, повезло. Нам с вами крупно повезло. Слушайте, так и будем его от стенки до стенки, как говорится, своей мотыгой. Нет, не надо никаких теневых. Не надо, я говорю, родной. Добиваем, добиваем, ребята. Ну, ай, какие же мы молодцы, ребята. 3-0. Давненько я такого не помню. Но, тем не менее, очень даже удачно сложилось. Так, что, пол боя мы с вами провели. Тут у нас 6 боев, то есть 3 мы с вами сделали. Что за фигня, что зависло? Ага, редкий династия. Пак нам достается. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, что нам из него выпадет. Дайте что-нибудь хорошее, пожалуйста, ну. Так, это у нас ярость тигра, это для шлема редкий перк. Дальше у нас идут алые чакры. Ну, не пользуюсь ими, поэтому мне как-то неинтересно они. Так, золоченые обручи. Это тоже, ребята, ерунда на самом деле, фигня полная причем. Так, роба-монаха. Ну, короче, я понял. Ничего хорошего нам из этого пака не достанется. Ну и Дирхорны равноденствие, да, равноденствие именно. В общем, ну, а что вы хотели от обычного редкого пака? Ну, а мы с вами продолжаем, ребята. Продолжаем бой. Бой будет нешуточный. Ага, фельдшер-стажер. Воу, Саи, как я не люблю Саи. Я их терпеть не могу. Что нунчаки, что Саи? Это опасный вид оружия, несмотря на то, что кажется, да, полная фигня. Нет, ребята, в правильных руках это смертоносное оружие. И, оу, повезло-то как мне. Как она хотела мне по ножкам-то звездануть. Блин, смотрите, ребята, в последнее время я смотрю, бойцы у нас идут крепкие. Знаете, почему я это... Ох, как сейчас комбата прошла. Потому что не выпадает. Не выпадает в последнее время у них оружие из рук. Раньше это чистило. Сейчас, видимо, не так часто у меня проходит крит. Надо будет над этим покумекать и, возможно, что-то... Ага, конечно. Роднуля моя. Не тут-то было. Я-то прекрасно знаю, что, на что ты способна. Поэтому я и специально отошел назад. Ну что же, теперь главное не дурковать. Просто я ж думал, она прописала. Нет, мы успели. Все, ребята, пробитие брони у нас стоит. И этим нужно пользоваться. Что есть мочи, ребят. Ах, добили. Нет, сейчас добьем, ребята. Уху, подсращика, на. Классно, классно. Блин, я прям, вот, играю. Вот до чего мне эта игра нравится. Во-первых, мне нравится музыкальное сопровождение. Во-вторых, очень обалденная графика. Так, пропеллер, это у нас для Нагинаты. Графические исполнения просто обалденные. Очень, ну вот единственное, что, конечно, меня расстраивает здесь, то, что можно чисто одним спамом проходить. Так, фельдшер, стажер, это у нас второй, и, ребята, то же самое. Он у нас с этим видом оружия, как и у меня. Только у него, конечно, слабенькое. Но, тем не менее, не стоит недооценивать этого, ребята, противника. Не стоит.
Я не знаю, что у него за супер удар. Ага, все, я понял, понял у него. Так, отлично, подбили мы его. У него глефа, ребята, глефа и... Е, хорошо. Ой-ой-ой-ой, как мы его сейчас... Тихо, не надо. Слушайте, он так хочет прописать свою, свой вот этот суперудар по мне, но, видите, не выходит у него, к счастью для меня, ничего. Не надо. Блин, увернулся он. Ай, сейчас что-нибудь киданет. Нет. Блин, ребят, вообще, вообще классно. Классно мы идем с вами, идеально. Причем идеально мы его с вами вырубили. Ну разве это не прелесть? Это, по-моему, вообще великолепно все. Поехали. Так, держим его. Ребята, его надо держать как можно ближе к себе. А, нет, тихо. Если бы он сейчас... Оу, вот это я попал, вот это я попал, ребята. Так, теневой удар, да, у меня есть. Есть, у него тоже есть. Черт подери. Оу, да что ж такое, да. Слушайте, ребята, я не на ту кнопку нажал. Я замешкался, я хотел немножко другое сделать. Вот тебе и незадача, я могу проиграть. Я не должен, но я могу. Так, все, успокойся, родной. Так, стажер, давай, хорош. Немножко потренировался и хватит. Я дал тебе слабину. Я все-таки смог отбить, ребят. А проигрыш был близок, великолепно. Так, если я не ошибаюсь, у нас сейчас, да, у нас босс. Босс от Зума. Вторая, как говорится, версия. Да, мы с вами получим 170 жетонов. Такую... А, нет, нет, 170 у меня есть. Не помню, сколько мы получим, короче, неважно, ребят, поехали. Ага, чего захотел? Блин, я уже думал, ребята, сейчас он потеряет свою Нагинату, но не тут-то было. Держится за нее, как не знаю за что, а, не хочет даже отпускать ее. Так, подожди, подожди, вот так вот, давай, поехали. Нет, никакого блин, да что ж такое? Тихо, не буяним. Слушай, зажимаем его здесь, ребята. У меня хоть и теневуха есть, не буду я ее тратить пока... Блин! Оу, это было больно. Это было... Чего? У меня нет слов, ребята. Он меня... Он меня с двух или с трех ударов раскромсал. Выбил ноги... Ой, Нагинату. Выбил у меня глефу, потом еще прорубил меня. Да чтоб тебя! Ты пошел, ты знаешь куда, а? Достал уже в самом деле, хмырь. Так, давайте-ка ему проучим вертушкой. Куда он нафиг отъехал? Не надо. Да что такое-то? Я не могу понять. Ребят, я просто-напросто расслабился, если честно, и... своим разговором сам себе отвлекаю. Ой-ой-ой-ой, как было больно сейчас. Очень мало здоровья у меня, ребят, очень мало здоровья. На удар, он сейчас буквально плюнет меня, я рассыплюсь тут же. Лишь бы он тут возле стены не начал. А он начал делать. Ух, повезло сейчас. Не туда. Ну, прокатим. Фу, мы хотя бы, ребята, с вами сравняли шансы, что дает как бы нам с ним равные шансы на победу. Ну, я не хочу просто так проигрывать. Вы сами прекрасно понимаете, все заново начинать. Хотя у нас еще три попытки. Но тем не менее, все равно. Да ёпрсты, что ж... Начинаешь ты так лихо-то, сразу же, супер удара. Вот так, поваляйся маленько, погнали. До следующей стенки его гнать, ребята. До следующей. Ой, как сладко. Так. На-ка, гад, ребята. Блин, да что ж такое-то, вот. Как только отвлекусь, не надо свой пропеллер здесь делать. Да ладно, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай, прижимать его к стене, ребята. Прижимать к стене. Это, конечно, рискованно, но... Лучше, чем он будет свой теневой удар использовать. Ой, добивочный делаем. Ну, да. Фух, аж пересохло в горле, ребят. Надо промочить горло, наверное. Я так думаю, да? Поехали, раунд четвертый. У меня теневой удар, если не забываем об этом. А у него он постоянный. Оу, это нечестно было, гад. Это было нечестно, паразитные такие. Так, вертушку. Ага, под полную попал комбу. Замечательно, ребята, едем дальше. Ай, не попал, гад. Зато меня он прожарил. Ой-ой-ой-ой, тихо. Да блин, да что за фигня такая, я не могу понять. Ребят, ну как вот. Вот только-только вот секунду где-то прозевакаешь, все, он тебя тут же сразу накрывает. Знаете, такой сплошной шквал ударов в твою физиономию, и все, и ты просто падаешь. Ладно, все, давайте. Давайте сконцентрируемся, блин, в конце концов, блин. Оу, нет, опять что ли? Да твою...
Ни хрена. Да ладно. Хоть молчи нафиг, хоть молчи. Да. Все, по-моему, ребят, мы тут с вами проиграли. Где мой пробивающий удар на броню? Где он? Где он, блин? Ой, как хорошо, крит в голову. Погнали, погнали дальше. Есть. Не успел он, ребята, тенеух использовать. Хотел. Ну. Давай, 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 давай. Рэй, молодец, молодец. Я тебя обожаю просто, Рэй. Я тебя просто обожаю. Красавчик, ты сделал все правильно. Ух. Ну, я вам скажу, это было тяжело просто-напросто, ребят. 150 рубинов мы с вами зарабатываем. 210 этих и бонус. 83 трофея еще добываем. Ребята, продолжаем. Ну что же, переходим с вами на престижный уровень сложности. Ух, поехали. Поехали. Надеюсь, тут будет не так все легко. Хотя для меня лучше пускай будет легко. Так, быстрое накопление теневой энергии, да, значит, у нашей торговки. Не будем давать пощады, ребята, не будем. Ага, слушайте, ну враг-то здесь, смотрите, покрепче, покрепче. Ой-ой-ой, как красиво-то, как красиво сейчас получилось, ребята. Мы выбили нунчаки из ее маленьких ручонок. Хе-хе-хе, круто, что я могу еще сказать? Неужели успеет, нет? Успеет или нет? Нет, она не успеет воспользоваться, да, хотела, но не получилось. И за это она платится одной своей победой. Ну что же, идеально у нас получилось. Давайте, ребят, второй раунд с вами пропишем так же идеальненько, и будет все у нас хорошо. Хотя нунчаки уже фиг выпьешь. Поехали. Ай, красота, тихо, не надо, не надо буянить. Вот, вот он, ребята, этот удар на пробитие брони. Шикарно. Как же я его обожаю, а. Еее, он еще раз нам выпадает. Все, ребят, это финиш. Я зафармил, я заспамил этого врага. Да, и обезумевшая торговка у нас падает вниз лицом. Да, она признала, что идеальные две победы только могут от Рэя быть. Поехали дальше, ребята. У нас с вами как-никак спасательная операция. И кто у нас здесь? Должен быть, по-моему... Погоди-ка, кто? С нунчаком? Нет. А, носильщик, да. Здесь немножко по-другому, да? В первый раз у нас, по-моему, носильщик был. О, тихо, тихо, тихо. Ты что, родной мой? Ты успокойся. Нет. Да иди ты в баню, в пекло тебя... Козе в трещину, я не знаю, куда тебя еще отправить-то. Да чтоб тебя, я смотрю, у тебя ноги длинные, эй! Во-во-во, вот он, ребята, идеальный момент был! Он захотел... Тихо, подожди! Он захотел, он сделал. Так, блин, ядрен батон, ты смотри, что сделал, а? Тихо, мой! Есть! Все-таки я быстрее и шустрее этого носильщика. Он пускай еще носит там, тренируется. Ребят, а у меня все-таки три школы позади по боевым искусствам. А у него что, он только носит? Я не знаю, что у него там. Он, наверное, воду носит, поэтому у него и посох, ребят. Два ведра вешает с каждой стороны и носит. Ой-ой-ой-ой-ой, я ему не завидую. Вот сейчас я ему не завидую. Все, ему хана, ребята, хана должна быть. Ну? Не пробили, блин. А теперь? Да что, куда ты прыгаешь-то? Эй, голубчик! По спине просто получил, да, моей глефочкой. И все, и отдыхает. Да я просто представляю, такой прыгаешь, да, и по спине такой стальной пруд заостренный проходит. Оу, 400 трофеев. Хм, слушайте, а мы что-то с вами приобретем сегодня обязательно? Так, ну, а мы с вами не расслабляемся, и у нас тут... Ага, фельдшер Адзума, ё-моё, ребята, это уже все-таки не хухры-мухры! Пока нормуль. Черт, блин, ну как же, конечно. Тихо. Так, не даем, ребята, ему. Блин, выпрыгнул, хотел сказать. Охо-хо-хо-хо, вот сейчас повезло мне просто-напросто. Если бы он сейчас свой удар этот прописал бы мне, по хребтине-то прогулялся бы. Ох, как было бы мне плохо, ребят. Опачки, а теперь гоним его до той стенки. Блин. Ага, и он промазал. Е. Слушайте, вообще зергут. Вообще великолепно идем. Не надо свой теневой удар. Не на. Блин, я боюсь сейчас представить, что будет. Да. И еще вот так он делает. А если я... Ну! Е! Вы видели, что было? Он хотел меня пронзить теневухой, но я все-таки опередил, ребята. Я оклемался и успел прописать этот удар. Фух. Ну что же, погнали дальше. Три победы не забываем. Ребят, нам нужно здесь с вами сделать, чтобы выиграть.
Ай-яй-яй, обожаю, обожаю вот этот вот первый удар на 20% крит, шанс крита. Ай, как... Ой, ребят, вот вообще, вообще, вот, вот сейчас был голимый спам. Но подождите, еще не все закончено, давайте пропишем. Ну, блин, зараза, ты че там? Да, жестокие, конечно, у него удары, но, ребят, все-таки я думаю, что моя глефа, она скоростнее. Хотя егоный удар пропеллер очень жесткий, если под него попасть, он может мне просто-напросто все хп сразу снести, поверьте мне. Тихо, 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 что ты делаешь-то? Ой, ё-моё. Так, нет, 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 нет. Вот так вот. Ах, замечательно. Все, дальше идем. Идем дальше. Как вы помните, ребята, первая форма у него без теневухи. Босс будет уже в постоянной теневухе. Да ёпростой, что за фигня-то? Успокойся, говорю. Захотел выпрыгнуть, да, голубчик? На, посраки-то. Получил. Все. Изи, изи катка, ребята, идеальная победа. Я нас с этим поздравляю, мы идем с вами дальше. И у нас тут кто будет? Кто у нас там будет-то? Кто-то плохой, там карточка у нас золотая, причем будет следующая. Ха-ха. Кто тут? Ага, да-да-да, фельдшер-стажер, значит потом будет стажерка. Ой, здесь, кстати, накопление теневой энергии идет. А это мне не нравится. Куда ты прыгаешь? Ай, больно было. Есть, пропечатал ему все-таки. Пропечатал отлично просто. Не-не-не, не надо, не надо. Черт, тебя побрала. Промазал, гад. А теперь моя очередь веселиться. Погнали. Погнали, погнали, ребята, его до стены. До стены. Да чтоб тебе, блин. Да ёпрст ты. Да, о, все. Все, 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 все. Глефу, я потерял глефу, ребята, это бесполезно. Тем более он прописал своим ударом козырным. Блин. Слушайте, ну как так-то? Нет, я не хочу, я не могу, я не должен проиграть. Заряжай теневую энергию. Ёпрсте, блин, да как так-то? Слушай, пшел отсюда, а, фельдшер. Ай-яй-яй. Блин, да чтоб тебя-то. Нет, 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 ребят, я... Я теневуху могу использовать, вот так. Есть. Я буду кромсать, я буду кромсать. Вы хотите, что хотите делать, а вот я не должен проиграть здесь. Все. В принципе, 50, даже больше уже здоровья у него отнял. Поехали. Главное не расслабляться и не дать ему есть. Фу, я думал, что он все-таки воспользуется теневым ударом. Но, ребят, не забываем, что у нас сейчас пока ничья. Сейчас на начальном этапе он может что-нибудь такое чудануть. Перекинуть, опрокинуть и использовать теневуху. Не даем шанса ему никакого, абсолютно. Так, отлично. Ех, как хорошо получилось сейчас. Блин, почему у меня вот в самые нужные моменты не проявляется удар на пробитие брони? Он мне так нужен. Е-е-е-е, классно, классно идем. Тихо, вот это опасно. Вот о чем я вам и говорил, ребят. Черт, он в тенюхе, не расслабляемся. Е, погнали. Погнали, наши городские. Слушайте, вообще замечательно мы идем, ребят. Ну это просто... Так, сейчас у нас, по идее, должна быть стажер. Ага, вот. Интерференция, это легендарный перк на оружие, который нам дает возможность пробивать броню врага, даже если он стоит в блоке. Отлично, просто великолепно. Ну что же, а вот и стажерочка с саями, да, опасный враг. Поэтому дурковать не стоит, сразу вам скажу. Ой, да тут еще и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, она выпрыгнула. Где отсюда? Плешивая. Блин, я ни хрена не вижу, что там происходит. Ага, отлично, пока хорошо, ребят. Жмем, 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 жмем. Ай, бросок сделала, где? С какой стороны она сейчас будет? Я... Не надо якать мне здесь. Поехали. О, попал, тихо, разворачиваемся. Пробьем, пробьем. Должны пробить, ребята. У меня все-таки интерференция. Есть. Первая победа за нами. Фу. Ну, в тени, конечно, какой в тени? Вообще, во мгле, в темноте, в... Как говорится, вообще ничего не видно и очень плохо драться, потому что не знаешь, чего ожидать от врага и что он там сделает в тот или иной момент, когда он в тени. Ну что он там делает? Ага, понял. Опа, опа, теневуха она врубила, да? Хорошо, ребята. Так, она должна быть где-то спереди. Будем... Ох, классно, классно, классно. Пробиваем, ребята, дальше. Ага, попалась она. Отлично. Ребят, только тройной выпад. Если она сейчас перепрыгнет... А, она меня... Блин, понятно, бросок делала. Тихо ты.
Оп, блин, да что ж ты. На место, я сказал. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой, критический комбо. В голову, ё-моё, я не завидую, ребята. Я не завидую ей. Фух, ну что же. У нас Адзума, ребята, впереди. Довольно сильный противник. Но, тем не менее, ребята, там будет у нас какой? Эпический... Эпическая колода должна быть. Фу, поехали, ребята. Блин, здесь он в теневухе. Блин, я боюсь, будет серьезный бой. Так, тихо. Не надо, не надо шалить, пожалуйста, Адзума. Я знаю, что ты прикидываешься сейчас дурачком, слабачком, но от тебя можно всякое ожидать. Хотел выпрыгнуть. Хотел выпрыгнуть. А, и он выпрыгивает, тихо. Фу ты, блин, а он мог вполне, ребята, сделать свой теневой удар. Почему не стал? Не знаю. Но в любом случае, это мне только на руку. Ай, как хорошо идем, ребята. Есть! Да ладно, ты посмотри, он потерял свою нагинату. Ребята, это очень маленький шанс выбить у босса оружие. Слушайте, он теперь же ничего не сможет сделать, ведь так? Ага, точно, он ничего не сможет сделать. А я буду его сейчас тут... Все, я его раскромсал. Фу, могу сказать только одно. 1-0 в нашу пользу, и, ребят, мы дальше идем. Не расслабляемся ни в коем случае. Потому что это все, знаете, как вилами на воде писано. Победа здесь непредсказуема. Мы можем начать быстро, а закончить еще быстрее. Я имею в виду в проигрыше. Так, главное, чтобы он не выпрыгнул. Держим, держим его, держим, пока сможем. А-а-а, черт, сейчас будет. Нет, не успел. А хотел, ребята, а хотел он сделать. Явно что-то он хотел. Отлично, все, давайте здесь его дрючить. Блин, да что такое-то, я не это хотел сделать. Я хотел сделать теневой выпад. Ладно, фиг с ним. Пробуем, пробуем, ребята. Так, что-то мыслит, что-то он задумывает. Держим, не даем, да ее просто. Тут, кстати, тут, кстати, ребята, нет. Не надо! Я, кстати, заметил, смотрите, возле стенки, когда мы его зажимаем, два удара проходят идеально. На третий он обязательно выпрыгивает. Обязательно выпрыгивает на третий удар. Так, он сравнял, короче, счет. Погнали дальше. Блин, фигово, очень фигово. Преимущество мы с вами потеряли. Вот смотрите, раз. Блин, ну а тут уже со второго. Короче, не... Да ёпрасы ты, что ты делаешь? Уху-ху-ху-ху, ребята, ребята! Да иди ты в пень! Ребят, ну тут невозможно выиграть у него рукопашку. Невозможно! Твою маковку, а? Ты смотри, что творит. О, не-не-не-не-не, да, да-да-да. Просто пробил мне. Слушайте, это очень плохо, ребята. 2-1 в его пользу. У меня всего лишь один шанс на выигрыш. Я концентрируюсь, ребята. Я поглощаю всю энергию ЦИ, которая только есть у меня, в эти пальцы. Ребята, только за счет своих могучих пальцев я могу здесь выиграть или же проиграть. Есть! Есть! Так, ну не расслабляемся, ребята. Пока идет все хорошо. Интерференция очень мне помогла в этом моменте. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, смотрите, что происходит, ребята. Ну, ну, нет, 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 давай, давай. Ну, добиваем. Да чтоб тебя, ну, Рэй, ну, пожалуйста, ну. Ты молодец, ты как всегда на высоте, ты красава. Ой, ребята, я сравнял шансы, у меня теневой удар есть. Несмотря на то, что он у него постоянный, у моего противника. Я пользоваться пока им не буду, не буду, я буду ждать момента. Так, хорошо, идем. Есть, поймал его. Так, ребята, вертушку, обязательно вертушку и... Ах, как замечательно. Так, успеем. Должен успеть. Е! Интерференция, блин, она закончится сейчас. Ладно, все равно буду прописывать. Тихо, тихо. Я знаю, что он сейчас может чудануть. Вот, 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 вот он, ребята. Есть! Это моя попытка, это мой шанс, ребята. 1 из 100, что я его сейчас пройду здесь. Твою маковку. Не надо, не надо. Ага, вот ты и сделал грубейшую ошибку. Твой пропеллер родной не прокатил. Да, да, ребята. Вы представляете, я все-таки вырвал победу зубами из его лап. Ну что же, я нас с этим поздравляю. Очень классно, 710 трофеев мы с вами получаем, плюс еще 72, замечательно. Я думаю, что... Так, ага, еще эпическая династия. Давайте посмотрим, что у нас тут выпадет. Поехали. Ну, понятно, алые чакры, как всегда. Какого фига они делают в эпическом, я не знаю. Ага,
Заморский тюрбан, ребята. У меня топ-тюрбан стал. Едем далее. Доспех морского дьявола. Это фигня полная. Ага, роскошный жилет. Ядрен батон. У меня и что тюрбан, что жилет просто в топе. Ну и четырехстороннее лезвие, ребята. Этим я не пользуюсь, поэтому не интересует. Скудненько, конечно. Но, тем не менее, ребятушки, победа за нами. У нас 1475 очков. Поэтому мы с вами отправляемся, соответственно, в магазин. Да, это все понятно. И будем покупать. Смотрите, у нас есть с вами, ну, шлем, броня, дротики и сама Нагината. И я думаю, что униформа фельдшера. Слушайте, хотелось бы, конечно, шляпу. Слушайте, давайте возьму все-таки униформу. Давайте купим униформочку себе. Ой-ой-ой, как классно. Фух, конечно, хотелось бы еще и шляпу, и еще и Нагинату. В общем, все это хотелось бы, но, ребят, неохота просто проходить мне это все заново. Хоть и проходим, в принципе, легко. И можно здесь довольно неплохо усилиться. Вот. Но я этого делать не буду. Ого, черный дракон. Я не помню, есть у меня такой или нету. По-моему, есть, да, ребят, есть. Что же тогда нам делать? Сколько вот? Посмотрите, оттенитель. Офигеть. Блин, 3761. Просто это топ оружие, которое у меня есть, стало бы сразу же. Так, ну что ж, давайте оденем, посмотрим. Хотя я уже... А, вот, ребята, у меня как будто кракена сейчас в данный момент на топе. Но как-то, честно говоря, не смотрится, наверное, эта вся ерунда вот с этой броней. Согласитесь, это как-то... Ну, нелепо, блин, ёпрстая. Поэтому лучше надеть, мне кажется, оригинальный головной убор, который идет именно от этого сета. Вот он, шляпа фельдшера. Вот, вот это я понимаю, вот это вид. Вот это красота. Да, конечно же, и тут. А что у нас идет? А, у нас где-то здесь оттеснитель. Он должен быть, где-то должен быть, ребят. Я знаю, что он у меня есть. Хм, а где? Да ладно. Ага, вот он, ребят. Оттенитель даже, не оттеснитель, оттенитель. Вот, но он такой здесь слабенький. А если мы его получим, он станет у меня топом. Офигеть можно. Так, ну и здесь, конечно же, иглы. Вот, подожди. Вот, бесконечная боль. Как-то вот так вот. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я завершаю это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосиках. Так что всем пока и удачи!